Короче, пришла мне мысль одна в голову сейчас. Прилетело. Сходить на концерт Хейра. Ну, просто вдохновиться этим местным колоритом. Вот у меня билетик есть. Вот билет. Концерт Хейра в 15:00. А сейчас уже 40 минут. Короче, надо спешить собираться. А что из этого получится, вы увидите прямо сейчас. Не переключайтесь. Запишу первые впечатления от концерта Хейра. Ну, колоритно достаточно. И там очень интересно. Ну, вот они как выбежали, вот эти первые впечатления. Они прям как дикие, стадо диких оленей инициируют. И, то есть, вот этот звук бам-бам-бам, что вот вы слышали на записи, как бы, ну, это действительно, реально, они долбят вот в эти бубны, они настоящие. Ну, или как они называются, эти... Круглые переносные барабаны. Да. У нас вот осень началась, пошла такая, ну, по-настоящему осенняя погода. Тундра, кстати, я покажу, вот следующий кадр будет. Вот этот следующий кадр. Тундра, видите, она вся такая желтая, ну, красно-желтая, интересная, красивая. То есть сейчас еще, по-моему, ходят по грибы, первых заморозков не было. Ну, про концерт, первые впечатления. А, кстати, я купил новую камеру все-таки. Я купил новую камеру, поэтому следующие дальнейшие видео уже будут на новую камеру. Но такой косяк произошел, бог с ним, с этим концертом уже расскажу про камеру. Короче, когда я в Красноярске перед отъездом, я был в Красноярске, у меня пароход на следующий день, уже билеты куплены. И я торопился, купил вот за 40 Canon 2500D. И, ну, все, мне ее собрали, я говорю, все, вы все проверили, у менеджера спрашиваю, он говорит, да, я все проверил, все, забирайте. Забрал, прихожу, распечатываю, нету подзарядного устройства, пиздец, а у меня с утра пароход. Короче, я думал, пока поеду, поснимаю видео, просторы, красивую природу. А в итоге, как обычно, и в итоге все, я без зарядки, ну, заказал, ну, это дополнительные деньги. Зарядка 5000 стоит, я вообще не ожидал. Так, концерт Хейра. Очень понравилось, необычно, по-своему колоритно, ну как бы это, ну с обработкой современно это звучит, действительно звучит, вот было прям вообще цвета, красивые костюмы у них, ну и вообще это международный уровень читается, ну реально, они там все страны объездили там со своими концертами, последнее вот этот вот Хейра прям, ну впечатлил, нормально, молодцы, короче.